Я вот сюда скажу. Да, алло, да, здравствуйте. Если чем обходит. Я тут, и ты будешь спускаться? А. Привет, это сейчас. Вот мой дом тут. Что он делает? Ты нормально? Да, Мэффин. Что ты делаешь? Это мой подарок. Смотри, ты плачешь? Итак. Ты... А? Ты плачешь? Да. Почему? Я расчувствовался. Я на празднике расчувствовался. А какой подарок? Вещи веселые. Итак, сначала это... Процентики. Опа! Арчики, день. Йоу. Щетка! Я так и знал. Порнцев. О, а спасибо. Попробуй сам дел. Светится Билтон Фейлизю. Как ты стопорзайся в золоте. Не, ну это, я его типа съел полностью. Йоу, это пойдет для аппетита. Это вот, подкинули печеньку. Я не знаю, может она и дойдите, доверишь? Да. Вот. Спасибо. Дальше тебе от магазина. Сын, хоть один подарок ты примешь? Я принял, так вот. Ага. А. Да. Да. Значит, смотри, дальше. Тебе подарок это полушляпа, во-первых. Ну, это ты просто в таком домике живешь. Вот тебе такая шляпа. Дальше. Смотри. Это у нас для тебя специально. Тайная коллекция называется Кириуша. О, блин, спасибо. Это все из бараньей шерсти. Блин, спасибо. Ирога, да. Вот, дальше. Ты че лучше есть? А, вот, смотри, это тебе чиница. О, спасибо, спасибо, это на респект, это очень круто. Прачечный. Да. Спасибо, спасибо. Дальше. А, это я вчера выбил, на чуть еще дают. Ладно, не важно. А, и теперь самое крутое. А? И готов? Да, 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 да. Это штука, которая была сделана через неделю после открытия магазина. А ну-ка. Это просто считай VIP-билет. А ну-ка. Это скидочная карта. Полная шляпа. Древняя. Вау! А нахуй она мне нужна? Как паспорт может прибилить. А, все, я тогда понял. Ну, да. Это сертификат на то, что ты крутой. Да, спасибо. Ва. Вот. А, что-то еще надо? Ну, да, типа, ну. Тяги. Да не, мне не надо. А. Тяги не надо. Ладно, вот. У меня какая-то еще есть штука. Можешь сюда выгулять. Еще это здесь. Прикол. Тяги. Левцы. Пиздец. Нет, спасибо, да, нет, да, да, ну, ну ладно. Пошел, ну, пиздец. Да, ну, блядь, да я же это, ну, я ладно. Пошутил. Завтра отчет о том, насколько у тебя светящийся спер. Ладно, хорошо. Будет сделано. Да. Это я типа честь отдаю. Но я тогда пойду дальше. Это я типа... Да, это я типа... Всё. Это я типа не понимаю. О, ну у тебя просто нету, да, типа эмоций? Да, да. Ну я тогда пойду. Ну, давай. Уже? Давай, давай. Да, давай, удачики. Да, давай, пока. Пятерка, я очень хочу СПМ мясокомбинат. Я уже жду две недели. А я тоже жду, ёба. Включай сервак, мне срочно нужен, я готов на все ради мяса. Я тоже. Вот, хватил. Блять, а
Саша. Мы сейчас попрыжем. Мы просто что-то забыли, блин. Так, а трек тебе понравился, Саска? Да, понравился, крутой. Там проблема с битом. Может, кто-то перебьет его нормально, чтобы было. А, ну да, было бы неплохо. Если бы тебе его раскадровочку доскинули. А там хуйня. Ребят, хуйня. Кого побить? Я а ты видел, я в это в телеграме для бустеров скидывал. Да, я видел, видел. Там охуенно. Там нормально, нормально. Да, нормально. Вот, вот подарок, блядь, не забыли. А, еще подарок? Мы это давно очень построили. Тут поймала сколько Бугатти. Очень... Александр, там Александр. Да, да, да. Это очень красиво. Это мне, правда? Спасибо, да. Да, да, тебе. Спасибо. А Бугатти тут оставите? Да, может, себе. Да, она тебе мешается, она тебе мешает. А не, вы можете ее просто припарковать, но где-то возле моего дома, чтобы красиво все, было. А тут, тут некрасиво просто. Вы, ты, может, выедешь отсюда? Я выезжаю, выезжаю. Бля, вот Бугатти как будто один из самых лучших подарков, если честно, это вообще пиздец. Это забей просто. Нет, нет, ты по-другому бы развернулся, блядь. Не-не, шлифовать не хочу, что-то резину портить. Она, ты знаешь, сколько стоит? Дорогая, мишленовская. Вот сюда, вот сюда. А, блядь. Ну вообще вот туда вот надо, возле воронок. Че, не помещается? Понял, понял. Блядь, что, не проезжай, сейчас подожди. Слушай, давай-ка ее, ну, просто переставим. О, едем, 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 все, едем, все. Так ты тут не выедешь, блядь. Блять, что ты задумал? Давай ее сюда нахуй, вот сюда ее паркуй. Паркуй вот сюда вот. А, у нее гидравлика еще есть? А? Когда стрим по зомбу левые 4 делают 2 против великих, красивых, крутых и неприязвойденных подписчиков. Вы вроде пукали с мельшером, что такой стрим будет. Да, да, надо, надо, надо. Вот эта дверь открывающаяся, это вообще пиздец. Ты когда из нее вышел, типа, я вообще охуел. А видел у нас еще костюмчики такие топовые? А, блять, у вас там написано, да, 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 да. Да, да. Так, сейчас я вот так вот припаркую. Ребят, Стас, скажи честно, ты кыл с денег на резок свой завод Бугатти? Да, да. Так все акции мы вчера покупали, продавали, блять, ты что, не видел? А я думаю, что доллар взлетел? Да, да, блять, это все. Все продали, это сколько миллионов было? А, алло, орден члена. Короче, построй стену и возьми вот это вот. Вот это возьми, можешь его построить? Пазл собрать. Возле, да, возле разгрузки, спасибо. Блять. Да, 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 шо? Ой, а. А еще. Что еще? Минутка. Да. Подарок. А, так у тебя подарок есть, нет? Да, подарок. Пойдем? Итак, я прошу вашему вниманию, когда вы переворачиваете. Еще мне, по-моему, надо выключить ресурс пак. Лёха! А? Лёха! Можно я выключу? Здорово, Лёха! Я Лёха. Лёха! Я не да, Лёха. Ты Лёха, ты чё? Я тебя... Поздравляю с прошедшим. Дарю. Вот. Пожитки. Держи. Я дарю не... корову. Гвоздь зовут. Хорошая. Мы разработали. Вместе с мышем. Вот, корову. Переворачиватель. И мы тебе показать хотим. Этот принцип работы. Ты готов? Да. Да. Ставьте кнопку. Да, да, да. У меня нет. Ставь кнопку. У меня нет. Нет, нет кнопки. Ребят, у меня есть, держите. Куда? О, давай, давай, ставь прямо сюда. Это Bluetooth. Не-не-не, давай. Еще три. Раз, два, три. Так я про него и говорю. Что сказать?
Выдохся. Ты мне писать! Это чудо всех чудес! Ты ожидал такого? Это не, я такого да, вообще не ожидал. Давай, давай назад перевернем. Давай, да. Жму. Давай. Раз, возможно, три. Два, три. Два, три. Да в честь этого надо вот так сделать! Вот так! Самёт! Ура! Понравилось? Очень! Это полный... Вот. Работает! Пиздец! Не, реально это работает! Да! Охуеть. Это колдовство, волшебство, как в этом сказали. Это просто технология. Да. Магия. Ёбнешься. Просто есть такой мем. Да. Это коровы переворачиватели, да вообще такая штука, микушек. Вы забыли сказать версию Бумбер. Какая? 2.64 версия. А я подумал, 1.48. Эмоция упасть. А на коровах можно вечный двигатель создать? В общем, смотри, мы сейчас что делаем? Мы ее обратно переворачиваем, знаешь, как? Сейчас в общем, у Олега есть такая штука, они перевернуться назад не могут. Давай, в общем, ее назад перевернем, а то у нее сейчас к органам, короче, к легким прилетит все, там кишки и все такое, понимаешь? Я не хочу, чтобы эта корова, гвоздь, умирала. Давай. Нажимай! Все, все, мы тебе дарим корову вот эту. Спасибо, спасибо. Все, все. Давай, развинчиваем, развинчиваем. Бля, нихуя это мне тоже. Красиво.